Фонарь, электрошокер, стробоскоп. Полис БЛ-8810. Представляет собой вот такой вот инструмент весом 255 грамм. Электрошокер имеется мощностью 20 кВт. Имеется два предохранителя, которые защищают от внезапного срабатывания электрошокера. Зарядный разъем, то есть заряжается. Встроенный аккумулятор внутри. Вот они, два предохранителя. То есть включаем и демонстрируем, собственно говоря, сам электрошокер. Электрошокер очень мощный и громкий. Он поможет вам защититься от назойливых собак, которые постоянно пытаются вас напугать. Ровно 255 грамм. Вот, защищает от собак. Ну, также, конечно, можно применять в контактном, так сказать, бою. И имеется также очень неплохая функция, это фонарь с тремя режимами. Первый режим — мелькания. Второй режим — яркого свечения. И режим свечения слабенького. Фонарь также имеет зум, то есть изменяет луч. То есть дальний и ближний свет фактически регулируется. Очень даже удобная штука. Вот такой вот замечательный инструмент. Можно приобрести в нашем магазине Веломода и наслаждаться его функциями. И безопасно ездить по дорогам, пугая собак только прекрасным, ласкающим слух звуком этого чудесного волшебного фонарика. Удачных поездок, безопасных!